Свою криминальную карьеру Шакро Молодой начал в 90-е. Ему едва исполнилось 20, когда его короновали. К тому моменту Захарий Калашов был уже несколько раз судим. Отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних преступников. Там же сумел завоевать авторитет среди влиятельных воров. Короновал талантливого преступника сам патриарх криминального мира Дед Хасан. Молодой и беспощадный Калашов сразу бросился в самое пекло криминальной жизни. Он был вор новой формации. Он активно полез в самый такой вот криминальный бизнес. И если говорить о его интересах, то они были самые разнообразные. Он и в финансах достаточно глубоко влезал. И, конечно, хорошо известно, что он занимался алюминиевым бизнесом.